придумаю кощерное имя. Shift, Ctrl, пробел. Ой, блин, у меня уж подлагнула игра. Тут... Ну, тогда я побегу негр. Сразу за мелком, чтобы перебить тебя. Происхождение довольно негр. Слушай, ты когда видишь моего персонажа, ты поймешь, что такое настоящий ад. Опустить сразу игру и глянуть, что там на трансляции происходит. Во! Я вот так сделаю. Блин, а все равно я не вижу, что у тебя там на трансляции, ладно. Тебе пишут, чтобы ты выбрал нищего. А, выбери нищего. Нищего. Нищего, говорите, да? Ладно, как нефиг, сейчас сдохнем пару раз. Мне всю игру будет сложно достаточно. Так, в общем, у меня будет нищий такой вообще худой. Но накачанный. Как... Ладно, все, больше не буду мучить вас особо. Так, в общем, я... Предыстория моего персонажа. Это бомж Вася, который сдох, стал станой. Накачался во время... Слушай, я бега от ментов. Во время которого он бросал говно из своих трусов. Слушай... Идеально. Просто лучше никто не придумает, да? Я бомж Вася, бегающий от ментов. Мы уже это слышали. Накачанный... Не надо повторять, Мы усвоили. В великих битвах за помойку. Тут тебя одежду можно одеть. У тебя изначально есть одежда странника. Ты тут? Господи. Ты ладно, буду кошерным бомжом. Сейчас бухнем. Баба, все, нафиг ты мне не нужна, все, я бухать пошел. Так, а я тем временем продолжаю искать маленький мелок. Оп! Шатана пошла! Не видели то, что у меня 9 990 999 душ, вы ничего не видите. Я говорю, Спарта, блин! Кстати, как ногой бить? Я уже забыл. Я сказал... А, бобёна, бобёна, иди сюда. Я с тобой еще не поговорил насчет Эксуса. Стой, кстати. Насчет Бухалова я с тобой не пообщался. Эстуса. Кстати. Вот смотрите на этого... Это... Голубоглаз... Господи, да? Это... Так, зеленая... С бинокли еще посмотри. А, кстати, точно. На месте, стой, сейчас я бинокль достану. Так. Значит. Значит, смотрите. Зеленая борода. Зеленая борода, в общем, своим. Бирюзовые волосы. А ну... Голубые. Бирюзовые у меня. Ну, это голубые на самом деле. Ладно. Желтые. Розовые брови. Жёлтый, вообще пипец. И два топора. И розовая татуировка с пони. Пока. Чувствуйте, бейка. А чё, он не прыгает за нами? Он чё, дурак, что ли? Кто? Рыцарь! На ём! Короля бить вообще, а? На тебе вообще, на тебе, я тебя сейчас забью кулаками, ё-моё. Рыцаря одного нету. У меня 59 игр в стиме. Я лучше помолчу, сколько у меня. У дьявола... 267. Ну ничего себе. Ну я ж дьявол. На меня нападают. А, Lord of the Rings? Блин, на меня темные духи нападают уже. А, подожди, я сейчас выйду из своей игры. Блин, вот теперь... Так, The Lord of the Rings Conquest. Так, вот я сразу говорю, я полный нуб в PvP-боях. Господи, я даже не знаю, на самом деле, скорее отрицательно к Conquest отношусь. Какая-то странная, на самом деле, игра, недоработанная до ужаса. Ой, господи. Вот сейчас будет с PvP, которую я ненавижу в игре. Так, потому что я чисто не умею пвпшиться нормально. Так. Ну, чувак, либо нуб,
Либо просто меня проверяет. Скорее всего, меня хочет поймать на чем-то. Да мне тоже так кажется. Но я тем временем вижу задержки. Вот, насчет конквеста, что я хотел сказать. Совершенно отрицательно к ней отношусь. Ну, то есть она была прикольной, когда она вышла, а сейчас... Нафиг конквест сейчас, потому что есть куча других проектов, которые в разы... Ты не поверишь! Че? Мы друг другу по... Оп! Ты че, обурел в меня молнию кидать, скотина? Я не вижу, что... Вы пока крутитесь, друг другу щиту прикрываете. А, вот он на тебя напал. Вот. Задавайте вопросы, ребят. Наносим как-то друзей. Вообще. Если наберем 10 просмотров, то я уговорю сатану провести стрим по Форесту. 10. А вы, я не знаю, хотите ли стрим по Форесту, но все же. От сатаны, блин. Да, от самого сатаны. Вот. Или может быть. А если. Или наберем, если 10 просмотров, то я его попрошу озвучить обзор Watch Dogs. Кстати, обзор Watch Dogs от сатаны. Есть! Это... Вы, короче, да, это я скажу просто. Покраче. Ну. Короче, Dark Souls это бескрайний мир, наполненный опасностей, интересным сеттингом. Наполненный бугуртом и подгоранием пердака. Наполненным интересным сеттингом, всем таким. Наполненными матами и так далее. Короче, вы сможете исследовать огромный мир, умирать. Проматериться орать. Как следует. Орать, убивать свой компьютер. Ну, короче, все такое. Ой. Всем пока. В общем. Всем пока. И так далее.